Осень – время для посадки деревьев. Экологическая акция под лозунгами «Берегите землю, спасай природу, спасаем себя» прошла в 15-й школе. Ученики вместе с родителями и педагогами занялись благоустройством пришкольной территории и высадили полсотни молодых саженцев. Как гласит народная мудрость, настоящий мужчина должен построить дом, посадить дерево, да еще и вырастить сына. Евгений здесь преуспел. Он многодетный отец. Старается больше времени проводить с детьми. Пришел и дерево посадить. Да не одно. Сын Валентин берет пример с папы. Мы создаем аллею добра. Помогаем природе. Я хочу, чтобы ему запомнилось, что мы сделали что-то в этой жизни, именно посадили дерево. Так как помню, я со своим отцом когда-то сажал, мы до сих пор с ним сажаем вместе. И когда-то он будет рассказывать своим детям. В 5А дружат и родители, и дети. Вместе учатся, отдыхают и участвуют в школьных и городских мероприятиях. Добрые дела для них уже традиция. Накануне собирали съедобную помощь приюту для животных. А в этот раз решили украсить зелеными насаждениями территорию школы. Денек выдался погожим, работа кипела и спорилась. Ребята под присмотром взрослых бережно высаживали каждый саженец. Я посадил сегодня дуб, клен и сумах. Чтобы они в будущем выросли из них добрые люди, правильные, хорошие. Деревья, которые они сейчас садят, чтобы когда-то они, возможно, наши дети приведут сюда своих детей учиться. Я сама ученица этой школы, выпускница этой школы. Поэтому мне приятно, что и мои дети здесь учатся, и я могу им вот такие вот правильные примеры, своим примером, что ли, учить их. Осень – благоприятное время для посадки деревьев. Сокодвижение замедляется. Дерево готовится к зимовке, поэтому легче переносит пересадку. Это мы посадили с девочками клен. Мы хотим, чтобы, когда мы закончили 11 класс, увидеть, как он вырос у нас. Когда садишь дерево, частичку отдаешь ему. И ты хочешь увидеть, как он вырастет за эти годы. Деревья полезно сажать, потому что люди вырубают деревья, чтобы сделать нам тетради, бумагу. А мы будем садить деревья, и у нас будет красивая природа с деревьями. Клены, дубы, цветущие кустарники. Всего полсотни саженцев. Сажая каждое деревце, ребята загадали свои желания. Как сбудутся, проверят через 5 лет в тени подросших деревьев. Все желания напишут на листочке, сложим в бутылочку и эту бутылку закопаем. И в конце 11 класса, когда наши детки будут выпускниками, мы эту бутылку торжественно откопаем и, в общем, посмотрим, что сбылось. Посадка дерева не только полезное, но и увлекательное занятие. Сделать вклад в зеленое будущее нашей планеты мы можем уже сегодня, приучая младшее поколение любить и уважать природу. Елена Росланова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.